При собеседовании на должность администратора в языковую школу спрашивали, как найти 13% от 113. И очень многие кандидаты давали ответ 13. Так вот, давайте разберемся, какой же правильный ответ. Попробуем найти 13% от 113 в уме. Значит, как это можно сделать? Ну, стандартно, конечно, мы должны взять число 113 и поделить его на 100, так мы найдем 1%, ну, а потом умножим на 13. Это то же самое, что умножить на 0,13. Ну, а дальше, как удобно умножить 113 на 13? На самом деле, это умножить 100 на 13, это будет 1300. А потом умножить 13 на 13, это, соответственно, ну, кто к ЕГЭ готовится, точно знает, что это 169. Ну, и дальше получается сотых. Ну, а тогда мы понимаем, что, ну, эти числа уже сложить комфортно. Это 1469 сотых. Ну, и тогда 13% это просто 14,69. Вот такой ответ.